Братья и сестры, скверна добралась до нашей обители из-за того, что мы привели еще живого грешника в наш дом. Мы должны немедленно покинуть это место. Где я? Помню. Комната Эми. Виски. Черт. Как же болит башка. Лифт не работает. Лифт не работает.
Каждого ублюдка, кто станет на моем пути. Иди к папочке, выродок.
Эй, девочка, ты что тут делаешь? Я прячусь от человека в шляпе и злых людей в смешных одеждах. Папа сказал, что они похищают детей. Где твой папа? Тут очень опасно. Эти мертвые люди совсем не страшные. Они меня не пугают, а просто ходят туда-сюда по коридорам. Мой папа работает в лаборатории. Он запер меня за этой дверью, чтобы человек в шляпе не смог меня найти. Может, ты знаешь, как открыть эту решетку? Конечно, знаю. Папа дал мне эту штуковину. Она включает все электронные замки в больнице. Дай мне, пожалуйста, эту штуку, и я вытащу нас отсюда. Ну ладно, ты не похож на тех плохих людей, которые ходят в смешной одежде. А где я могу найти твоего папу? Выход из больницы заперт. Нужно отыскать ключ. Однажды я играла в следопытов и спряталась в кабинете главного врача мистера Майера. Видела, как он положил какой-то ключ в свой сейф. Я хороший следопыт и даже смогла подсмотреть код. И какой же код от этого сейфа? Я нарисовала карту и нанесла на нее невидимые чернила, как учил меня мой папочка. Если ты их проявишь, то сможешь его узнать. Девочка, просто скажи мне этот чертов код. Это же игра. Вы взрослые такие скучные, совсем не понимаете детей. Ой, ты слышишь? Он опять идет. Мне нужно спрятаться. Кажется, заработало.
каждого ублюдка, кто станет на... Иди к папочке, выродок! Укусить хотел! Теперь отдохни. Хотел.
кидаться. Теперь отдохни. В раковине что-то блестит. В раковине что-то блестит. Thank you.
В раковине что-то блестит.
Робби, я на связи. Как слышно? Робби, ты меня слышишь? Прием. Черт, похоже, связи нет. Станет на моем пути. Это место похоже на могильник. Ёбаные сектанты! Гореть вам в аду! Папочки, выродок! Сука, кого это тут укусить хотел? Запись пошла? Да, профессор. Говорите в камеру. Итак, приступим. Сегодняшняя лекция посвящена веществу хлорид железа. У вещества довольно обширная область применения. Его используют в химическом производстве, радиотехнике и даже кузнечном деле. Также вещество может быть использовано для исследования секретных или исторических архивных документов. Его используют в качестве химического проявителя так называемых невидимых чернил. Впрочем, речь сегодня пойдет о приготовлении раствора хлорида железа в лабораторных условиях. Итак, для приготовления раствора нам понадобится смешать следующие компоненты в строгой последовательности. Железная стружка, соляная кислота, перекись водорода, дистиллированная вода. Для получения наилучшего эффекта раствор следует тщательно перемешать. Теперь отдохни. Ты ведь никак не успокоишься. Так я тебя, сука, успокою.
каждого ублюдка, кто станет на моем пути. Кажется, ключ смыло вниз по трубам. Алло, кто это? Папа! Папа, помоги, они хотят убить меня. Эми? Эми? Где ты, малышка? Я прячусь.
местной ферме Уилсона. Я видела, как тебя привезли в больницу, но потом там стали появляться монстры, и люди в капюшонах решили перевести нас в пещеры, которые находятся на окраине города. Но мне удалось сбежать. Мне очень страшно. Оставайся на месте. Я скоро приду за тобой. Папа, они здесь. Они ищут меня. Эми, спрячься и жди меня. Я уже иду. Вот ты где, дрянная девчонка. Эми! Эми! Как слышно? Я на связи. Ты случайно не знаешь, как мне попасть в катакомбы? Ее там нет. Тебе нужно в церковь. Детей прячут там, и теперь они питают Кулунгу своей энергией. Времени мало. Нужно остановить его. Для этого тебе понадобится украсть камень у Клейтона и отключить поток. Только тогда Кулунгу можно будет убить. Пока он питается их душами, он непобедим. Эми там? Он пожирает ее душу? Да, Шон. Но все еще можно исправить, если поторопишься. Слушай внимательно. Чтобы попасть на территорию церкви, тебе понадобятся 3 маски. Маску грусти ты сможешь найти на городском кладбище в часовне. Маску счастья ты найдешь в отеле. Хранитель этой маски очень любит загадки, и, возможно, ты с ним договоришься. Чтобы получить маску страха, ты должен принести жертву. Заброшенный алтарь есть на стройке. Там собирались члены секты. Когда еще были скрытый образ жизни. Жертву? Где я, твою мать, возьму здесь жертву? Придумай что-нибудь. Похудой конец укрытия свинью в доме мясника Хопкинса. Он тот еще псих. Если надумаешь туда идти, то будь осторожен. Он очень опасен. Попробуй отвлечь его и по-тихому выкрасть поросенка. Ладно, я понял. Чувствую, ночь ко мне предстоит веселая. Конец связи.